буквально недавно у него еще один в кавычках шедевр вышел. Он там анонсирует, там Нахшубандийский тариқат, там рекламирует. Я думал, что-то такое, знаешь, бомбящее. Я не знаю, ты увидел это или нет, ты, наверное, занят был, может быть. Может, ты как-то говорил. Но у меня это видео отправили его. И там он вначале, ну, очередной, можно сказать, да, вот человек просто 29 минут издевается над своей публикой, да, можно сказать. Ну, слов нету, ничего нового сказать нету. Одно и то же, только под другим фантиком. Тебе этот шедевр, ты, наверное, не видел, да, его? Но он же все равно не фаворит. Все время он говорит, что Саид пересматривал его все вот эти 3000 роликов, пересматривал. Но Шамиль Хаджав, я вот точно говорю, я в Аллахе этот его ролик не смотрел сам. Саиду делать нечего, но, на него 3000 роликов. Ну, разве что там было некоторые моменты, там минут, секунд 25-30 секунд, может быть, я это смотрел в начале. Но я одно знаю, Шамиль Хаджав, когда вот эта реклама даже была, что он разъясняет вот это аслу, Нахшубандийского тариқата, Я знаю точно, что этот человек вообще джахиль, вообще невежда в вопросах ильму. Особенно этот человек неадекватный, вот это невежда в вопросах ариката. Этот человек как может знать, как может судить Нахшубандийский ариқат? В то время, когда все время, когда он читает книги ариката, он все время ищет изъяны, он все время ищет из этих книг ошибки. Где бы, как бы можно было заблудить этих людей, нести этих людей неверие, в куфру. Все время он вот это ищет. Сейчас вот это Шамиль, вот это его старание, сейчас вот это разъяснение этого человека, Нахшубандийского тариката, это знаешь, Шамиль Хаджав, куда сейчас это приведет? Это сейчас приведет, он будет доказывать, что нынешний вот сейчас, в настоящее время, который делает вот это фасал Нахшубандийский тарикат, и тот тарикат, который раньше был, они вообще разные вещи. Сейчас он вот это и будет говорить. Что у них вообще свои... А у них варианта другого и так нету, потому что такие гиганты нашей уммы, Суют, Ибн Хаджар, Субуки, эти величайшие ученые восхваляли этот тариқат и назвали их шейхов Саадатуна, это наши господа, говорили они. Ибн Абидин, в частности, был муридом Халичаха. Это величайшие ученые нашей уммы, Саид. Это люди, которые оставили просто огромный труд после себя, который даже сегодня мусульмане пользуются, мусульмане берут пользу. Это величайшие ученые. У этих людей, как Костельского, у них просто другого ответа и не останется. Они начнут говорить сегодняшний, вчерашний, позавчерашний, завтра просрочится, скажут там завтрашний. Вот это ихняя политика, это понятно, это, конечно, это ихняя работа, Саид. А так, иншаллаху рахман, в планах у тебя есть, как я понимаю, иншаллах, уже потихоньку ты, наверное, возьмешься за это дело, как в старые добрые времена. Ну, иншаллах, рахман, Шамиль Зуфукану, я вот... Я знаю, я по воле Всевышнего Аллаха, вот те ролики, которые я раньше снимал, это очень хороший результат принес. Это очень хороший продвинь. Огромный, огромный. Но, иншаллах, рахман, пока Всевышний Аллах Та'Алла даст мне тавфик, пока я жив, иншаллах, рахман, я буду стараться, вот я буду записывать ролики, пока эти люди не перестанут вот, записывать такие лживые истории, лживые вот эти аргументы. Иншаллах, рахман, я не буду переставать вот это записывать ролики.